Да. Либо ромашка прям худенький. И Да, язвы там прям худенькие, одни кости. кости ломаются. И они Витька ломаются. тоже кости Ну, нару. кости, потому что жестко, корсета нет. Ой, как хорошо ты набежал! Только мяч не убил. Да я на Да в мяч иди, Костя! Ира, Карина, а чё Хаттаб впереди этого делал? Я не поняла, блядь. Беги, Никита, уже не догонит. Не, ну хоть загонит его. Что за елы-палы, а? Давай, Костя, давай, умничка, Борис, Борис, Костя, Борис, Борис, мой зайчик. Давай, удалялся. Что ж за пасы-то? Все, пропал мяч. Нет, в сетку попал и упал. Так упал-то за забор. Что было? Гребли, что ли? Да там куча была, там непонятно вообще. А чё, Али, что ли, у него же это, башка? Ваню, расстрелять, Ваню. Дубль два у него.
Чего он не думал? Хотел хорошо, хорошо войти, собрать не получилось. Вот ко мне! По месту! Чупа, ну как так, а? Такие длиннючие руки, ёлы-палы. Такие ручки длинненькие, ну как не достаем-то? Давай! Ой, молодцы, нас подвинули к своей зачетке. Сейчас мы вам и занесем. Там складка какая-то. Одни дрыщи. Кости. Одни дрыщи. Ну, черепашки. Чупа со своими сломанными ребрами. Сашка опять горит. Да что же они его бедного? Молодец, Сашка, дрыгай. Молодец. Тише. Вот это начинается, вот это на грани пола. А такой игровой это сперли. Я, наверное, уже скоро протест напишу по полной программе. Что протест? Как привело к правилам? Нет, запись есть. У него постоянно этот предел правил. Да не борись, Ваня, не борись. Тише, Ваня, тише. Не борись. Не успею набрать. Ох уж эти блондинки. Ага. Вот. Трогай, не трогай, Вань. Да что ж ты, блин? И Сашка туда выживает. Надо было в другую сторону. Купи, Ванечка, ну свечечку, ну надо. Они не... Давай, Алик, давай, молодец. Пьяна, давай! Хорошо. Вот они, сухая.